Окей, повторим план на всякий случай. Ты проходишь в лагерь духов как можно тише. А я страхую тебя с расстояния. Мало ли, вдруг станет дом. Мы все время будем на связи. Как только ты найдешь соло, бля, ну хули песня-то поменялась? А, нет, погодите, это она же. Короче, всем привет, с вами Орало ТВ, и сегодня мы играем в игру Хиберпанк 2077. Мы в прошлой миссии мы хотели помочь Панамке, но, к сожалению, что-то пошло не так, и я, короче, долбоёб, в общем, миссию провалил. Поэтому я решил оставить ее на следующий, на next денёчек, на следующую серию. Сегодня попробуем пройти эту миссию. Напомню то, что в этой миссии похитили, у Панамки есть клан, там есть вождь, и вот этот вождя... Блять, так колбасит, сука, пиздец. Прям песня заебись вообще, докажешься? Ставь лайк, если да. Бля, ладно, я буду флексить тут 2 часа, давайте-ка. Давайте проедем. Ну, в общем, украли вождя у них у лагеря. Надо спрятать тачку. Да понятно, что. В общем... Фу, она остановилась резко. Короче, у них украли, значит, вождя, и нам надо его спасти. Он находится в этом комплексе. Посмотрите обязательно прошлую серию, чтобы быть в курсе. Также мы поговорили там с Камуэрой. И он нам выдал новое задание, но пока он нам не позвонил, мы будем выполнять пока что дополнительное задание. Мне позвонил у Панамка, я просто не мог ей отказать, потому что она для меня, ну, грубо говоря, 2 сапога, 2 пизды. Помните, мы говорили? Так, у нас с вами есть 7 ингаляторов, если что. Тут очень опасно, в прошлый раз на нас напали очень даже по-крупному. Я не представляю, как тут пройти стелсом. Тут пиздец, тут везде охрана. Ну давайте попробуем обойти, наверное. Там точно охранник есть, я знаю. Ну-ка, давайте-ка. Ну все, я на позиции. Вижу тебя хорошо. Так а что делать-то, блядь? Скажи мне, пожалуйста. По стелсу пройти тут пиздец никак. Но только если убивать охранников. Блять, меня снайпер видит, фу. Снайпер меня не видит, видимо, он долбоёб. Подумал то, что... Ну тут очень... Я бы сам увидел своим обычным зрением. Просто, видимо, они как-то по-хуёному. По стелсу мы уже проходили миссию одну. Может, вот здесь можно перебраться как-то. Блять, ну баги, помогите мне. Сука! Нихуя не помогли, только хп потерял. Вот как мне тут пройти? То есть сказали же по стелсу, ну просто... Там очень сложно по стелсу именно пройти. Так, просто посмотрите прошлую серию, как мы... О! Нихуя себе! Как так вышло? Как? Я попал в какую-то канализейшн. I clean your canalization. Бля, по дерьму идем, да? Кажется, я нашла потайной вход в здании. Бля, да я пиздец, я... Барана на ошибках не учится. Я через баги туда попал как-то вроде. Вы видели? Собрать информацию. А хули выходить-то? Не, я пойду вглубь. Вот эта вот метка, то, что там указано, это все пиздобольство ебаное. Она на самом деле врет. Найти соло. Так, тут может быть один охранник. Применить техническое умение. Да, понятно все. Нам тут не пройти. Пиздец. А я только разрадовался, то, что, блин, увидел вот это все. Я ебанулся просто. Так, сейчас, извиняюсь, я заведу будильник. Так, я здесь, пацаны. В общем, не удалось нам. Не удалось, блядь, жалко. Так а хуй. Я не понимаю, как прокачивать это все и само открыть. Потайной ход. Так погоди, потайную... так это я не через глюки попал, это так и должно быть. Так техническое умение получается, что только с техническим умением можно по стелсу пройти? Да это наебало полнейшее, вы чё? А, вот еще одна будка есть. Сломать ограду, посмотрите, как она тонкая, хули, блядь, она не может это сделать-то. Даже здесь нельзя, перепрыгнуть можно. Нахуя ее ломать, если ее можно перепрыгнуть? Логика киберпанка просто пиздец. Так, крадемся давайте, крадемся.
Этот долбоёб, блядь, нас не видит даже боковым зрением. Я не понимаю, к чему киберпанки учатся. Схватить. Так, убить, убить. Блядь, я все время путаю кнопки. Я не убиваю их, а просто вырубаю. Так, тут как обычно, да, тут надо как обычно. Давайте я... По бакам нельзя-ка пройти? Пиздец, я в шоке нахуй с этой игры. То есть, если вы не можете применить техническое умение, похуй, вы можете... Бля, в натуре... Они устроили гараж. В стелсе реально проще. Судя и патрончики. По охране, там быть что-то важное. И может, деньги. Даже доступ к системе безопасности. Блядь, открыть, заперто. Угу. То есть, так даже лучше получилось по стелсу. Блядь! Фу, чуть не спалили нахуй. Собрать информацию о соли. Мне бы, знаете, как-нибудь прямо такой, знаешь, костюм какой-то найти. И что-то в этом духе. А, ну то есть похуй, да, дверь сама открылась, но пацанам... Похуй, 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 нет! Нет! Сука, этот, сука, много панамок там заговорила. Блин, а ты-то кто такой? Тебя тут не было только что, блядь! Хотя бы мы в здании. В прошлый раз мы были в здании. Бля. Смотрите, залагал чел. Так, открыть. Бля, сколько много тут. Нахуй, лови подарок, блядь. Быстро в голову, в голову, в голову, в голову, в голову. Получай, получай. Как бы тебя еще прикладом, блядь. На. Вот так вот. Сука, мне опять надо всосать эту штуку. Про Сому давайте узнаем. У нас мало хп. О! Нашел! Пока они там 2 часа думают. Так, сообщение. Итоги разведки. Быстрее чекаем все. Сука, быстрее чекаем все. Пока нас не убили. Снайперы уже здесь. Они могут открыть ход-то, нет? Гранату лови! Блять, он тоже кинул. Это домовуха. Так, тут есть аптечка, отличная. Сука, понапляют, сука, заебали. На, нахуй. Бля, что-то за чип-то ебучий. Отпрыгнул, заебись. Так, тут еще дохуя людей, которые могут по нам стрелять. Почему тут находится так неудобно эта херня вся? По нам стреляют. Так, ну-ка, давай-ка. Хорошо, что у нас глаза позволяют видеть сквозь. Пока это и стреляет, окей. Да чё сразу стрелять-то надо? Блять, всос опять делать надо. Блять, заебал снайпер, на нахуй! Еще. Так, принимаем. Перезаряжайся, Ви, перезаряжайся, перезаряжайся быстрее! Фу, я уж обосрался, реально. Да сколько этих тварей-то здесь? Дверь закрыть надо. Вот чего, блядь. Вот так вот. Отсюда стрелять. На нахер. Газовый баллон вижу. Отлично. Взрывайся давай. А, молодец. Подручные средства будем использовать, если патронов мало. Сука, стреляй, блядь. На нахуй, бошку. Да я же тебе встрелил. Выстрелил в бошку из моей бошки. Пулю в лобешник пустил. Пулю нахуй в лобу. А ему насрать. Блять, надо вот этих двух пацанов остались, только двое. У вас осталось двое. Так, вон еще одна какая-то бомба. Давайте попробуем вот это... Нет. Фу, блин, лучше что-то не делать этого. Надо там двери было, ё-моё, закрыть, чтобы они не бежали оттуда. А я этого не сделал, так. Ну чё, выстрел в голову и ему без разницы. Наконец-то, так. Блять, давай. А, примить надо. Так, гнездо какое-то там нужно. Сука, да все, давай. Ви, пока никто не видит. Локальная сеть. Подключенную строить. Там выключить. Система наблюдения. Захватить удаленно. А по нам тоже сейчас стреляют, да? Или уже насрать. О, во! Это кто такой? Соу, вот он. Он жив еще. Блять, не туда. Он жив. А где он находится? Скажите мне, пожалуйста. Так, вот, вижу, метка появилась. На, бошку. Нечего тут
ковыряться, блядь, опять нахуй, да быстрее. Сука, там угарный газ, да я же трубку подудел. Я ненавижу эту хрень. Я же... Вот это вот всосало, все нормально стало. Ненавижу эту идиота. Так, у меня тут конфетка есть, поэтому давайте пока загрузка, я приму немного радости. Шоколадная конфета. Начало! Вы издеваетесь! Вы издеваетесь! Нахуй я загружаюсь, блять. У меня загрузка этот, как его, около входа. И, ну, я понял, что нужно делать. Нам нужно забежать в систему наблюдения и после этого быстренько в камеру посмотреть. Быстренько в камеру посмотреть. Чекнуть соло и побежать его спасать. Да. А, так, блядь, я то же самое, да? Да, то же самое. Я все понял. Хотя бы мы теперь знаем, как скрытно пройти. Если что, убить кого. Да. Надеюсь, нас сейчас снайпер не увидит, блядь. Смотрите, увидеть, сколько выносливости много. Это же жесть прямо вообще. Когда она реально бегает. Блять, это чего уже в другом месте находится? Ну все, я на позиции. Вижу тебя хорошо. Как ты меня видишь через стенку? Главное здание нам показано. Схватить. Так, схватить и F убить. Все. Бля. Такой хруст был, как у меня сейчас. Так, давай-ка перелезай, значит. Через это окошечко. Да, это я помню. Тут они устроили гараж. Его хорошо стерегут. Так, эту судя дверь открывать не будем, потому важно. Что, блядь, я помню, что в прошлый раз был. Мы в прошлый раз вот здесь... Книга рядом с главным ниже и бегом вперед. Где-то там они должны держать соло. Блядь, меня видит туда? Фу! Я, блядь, нахуй чуть не спалился сейчас, в натуре вам говорю. Пиздец. И камера еще, кстати, указана на этом, на радаре. Фу, пока никто не видит нас, отлично. Идем скрытно, я как-то слишком уж пересрался. А вот и главное здание. Бля. Сол точно где-то здесь. Нам я нужно только до камер дойти. Помнишь, пока... что я тебе говорила? Найдешь пункт управления, получишь доступ к их камерам. Камеры нас не палят пока что. Да-да-да, я помню все, что она говорила. Бля! Нет! Нет! Можно было аккуратнее. Да я его вообще не видел. Так, понял, где? Так, вот он. Смотрим на него, быстрее смотрим. Вот это он. Все. Так, выйти. Все, мы узнали, где он. Так, у нас есть соски, если что. Так, он сдох. Отлично. А как туда? Это внизу? Внизу? Понял. Вот он, вот здесь вот. Все, отлично. Фу. Блять. Сос. Дайте пушку другую какую-нибудь. Вот. Так, бежим. Сосовый. Так, о, тут лифт. Это лифт? А, нет, это не лифт. Так, закрывай. Фу, чтобы потом не перестрелял. Отлично. Они, походу, дверь не умеют открывать. Хорош. Фу, мы почти добрались до соло. Отлично. Он что, живой? Вроде да. Давай, бери его и уходим отсюда. Да, у меня такая же идея. Так. Ты принесла мне чертову сигару. Тихо, Сол. Мы здесь вместе с Пана. Пиздец, смотрите на мини-карту, сколько тут много. Но она же ушла. Не совсем. Мы тебя вытащим. Он на нас кричал, теперь мы поможем, он будет нам доверять. Я тебя помню. Это наемница. Крепко тебя избили. Без этой штуки не обойдешься.
Отлично. Все, ему сейчас должно хорошо быть. Ну чего? Как он? Все заебись. Теперь можем и потанцевать. Жить будет. Пора уже доставать. Давайте быстрее. Я тут в эпицентре веселья. Потянет баллов на 10. Да уж вижу. Выбирайтесь оттуда. Но с другой стороны в трубу... помните ту трубу, которую мы в прошлой серии видели? Или в этой серии, блядь. Я уже запутался. Сука, давай-давай, стреляй по ним. Нет, дубинку. Какая еще дубинка? Нет. Так, это наш? Отлично, он красава. Так. Да что ж, такие пушки-то у меня отстойные, ёпте. Патрон. Быстрее. Сука, я... На. Блядь, хуяй. Нет, не умирай. Как мне туда попасть? Быстрее, М. Фу, это камера какая-то. Не, мне нужно не сюда, мне нужно вот сюда. Снаряжение, да. Так, нам нужен дробовик с вами, пацаны. Надо успокоиться, я просто не могу, у меня прям прет в натуре. Так, дробовик, пистолет. Быстро в голову. Так, вам уже гранату кинуть, пацаны. Ой, как хорошо очистило все. Мне прям нравится, и этот красавый еще жив. Блядь, сколько их тут много, вы че, пацаны? А пускай он сам стреляет, по фронт трать стоит. Блять, опять меня убили! Да не! Капец, я не сохранился. Блять, я не сохранился. Пиздец. Надо успокоиться с помощью боржоми. Я извиняюсь, пацаны, но... Блять, опять с самого начала. Ну, походу, сегодня на эту всю серию потратим. В натуре. Так, ну давайте еще разок попробуем. Я надеюсь, это будет удачный раз. Так, сейчас самое главное не спалиться. Не спалиться, особенно то место. Где, помните, в прошлый раз мы спалились? Надо все, я на позиции. По-быстрику все чекнуть. И все, и заебись. Так, значит, первым делом убиваем этого пацана, как по классике было у нас. Берем вот так вот F, схватить и... Вот, все. Упали бумаги на пол, и что там было у него? Потом перепрыгиваем через эту хуйню. Вот здесь вот. Тут они устроили гараж. Его хорошо стерегут. Так. Судя по охране, понял. Быть что-то важное. Так, может, теперь у нас следующий чел. Следующий чел это вот этот вот. Который тут находится, за углом. Он нас тоже пока не видит. Надо сам главное быстро... Где-то там они должны держать Соло. Блять. Там снайпер, сука, стоит. Там, сука, снайпер стоит, блять. Как нам... Надо подытожить тот момент, пока он нас не видит. Блять. Не смотри туда, иди в другую сторону, блять. Блять. Я даже не успел на него посмотреть, он уже тут. Этот постоянно тут стоит, можно мимо него пройти. Я так думаю. Хотя я не знаю, каким дауном можно быть, чтобы слышать, что разбились бутылки. И человека не видит при этом. А вот это что такое? Это вот рубашку вот это снизу. Типа переодеться в одного из них? Наверное, не умею, потому что у меня навыков нет. Там телефон торчит. Да, блядь, заебал этот чувак уже. А, даже так? Я понял. А вот и главное здание. Берегись так, паразитов. Тихо. Я помню... Соло точно где-то здесь. Я это чувствую. Помнишь, что я тебе говорила? Я помню, там один чел какой-то стоял. Получишь доступ к их камерам. Да, стрелка мы сейчас завалим. Это не вопрос. Там он... Еще вот там кто-то был, я помню. Тут никого сейчас нет уже. Блядь. Че это такое было? Вы слышали? Его мы убьем сейчас. Осторожно. Да! И дверь сзади закрываем. Фу. Так, локальная сеть. Выключить камеры и захватить удаленно. Вот Сом. По нам. Кажется, я вижу Соло. Его заперли в подвале. Сом, блядь, Сол. Трудно сказать. Все, понял, давай быстрее. Хорошо. Спустись и забери его. Надеюсь, еще не поздно.
Все понял, так, теперь надо как-то скрытно спуститься, его забрать. Надо это все по стелсу сделать, это же пиздец. Так, камера. Там снизу стрелки, вот там сверху гуляет вход в подвал. Пиздец. Пиздец, стелс нахуй. Бля, тихо. Фу, так. Идем, живы. Тут я помню какой-то капкан был, помните? Да кто меня увидел? Да идите вы нахер, ё-мо, кто меня завалил-то? Я даже оружие не буду закрыть. Вот, все, долбитесь. Фу. Вроде да, живой. Блять, а как они меня увидели-то? Там же не было глазика. Ни одного глазика не было. Принесла мне чёрт у себя. Да ладно, давай быстрее. Перемотать. Вот, перемотка есть. А нам? Но она же ушла. Так, я нажимаю С, никуда не перемотываться. Ты, а, вот. Я тебя... Понял. Крепко тебя избили. Можно перематывать, оказывается, диалоги, я даже не знал. Давай, перемотывай. Ну чего? Как? Все, ты надо нажимать на С просто постоянно. Я уж вижу. Убирайтесь оттуда. Все, сейчас. Блять, он может открывать дверь-то? Да, открывать дверь не надо. А гранату можно кинуть? Да почему она туда не полетела? Она же в дырочку чисто попала. А двери-то открывают. Так а ты-то еще стоишь, блядь? Давай стреляй. Блядь, убивай его, мужик. У тебя пушка должна быть. Хули он тебе врезал-то, блядь? На, нахуй, все убил. Так, все, просто бежим. Он телепортируется с помощью кинотелепорта. Так, погнали. Фух. Так, отлично. Нас никто не убил. Так, отлично. Куда? Схватили меня. Блядь, сколько их много-то. Хуя, буря. Как запрыгнуто? Запрыгнуто как, ё? Фу, а где этот-то? Отлично, е-е-е! А нам ты что, опять хочешь нас всех подставить? Фу, выжили, еще и буря на нашей стороне. Эти черти хотели узнать, где наш лагерь. Если ты поедешь туда, то проведешь их за собой. Да, надо в другое место ехать. Я в окно смотрел. Буря заметет все следы. Кстати, он на Джонни похож немного. Лицо даже похоже вроде. А кровь она сотрет? Что? Эти твари висят у нас на хвосте. Что за кровь? А что за кровь-то? Я не понял, что за кровь-то? В чем прикол-то? Блять. Походу сейчас стрелять надо будет. Надо скинуть хвост. Так понятное дело, надо скинуть, но как это сделать-то? Ну все, хана двигается. Бля, в смысле? Мечта, нормальную машину не мог сделать? Не так это фургон ебаный. Сделай что-нибудь. С базуку доставай штанов, стреляй там, не знаю. Но у него пушка с собой. Ебать, во, вот это я люблю такое. Только у меня патрончиков нет, пацаны. Сука. Блять, сложность натуры высокая. Так, давайте выйти из боевого режима. Черт, опять они. Пора выиграть. Я, кстати, я моя пушка очень хорошо даже машины сбивает. Вы заметили? Да иди в жопу. Буря, нам сейчас накроет. Не до тебя. А то я не знаю. Рядом заброшенная ферма. Я еду туда. Блять, да что ты делаешь-то, тварь? Блять, больно. Ты хочешь меня угробить? Да в натуре, короче, это вообще больно, капец. Давай. Что такое у нас? Отлично. Есть. Молодец, хвалю. Даже я не справился бы лучше. А кто справился? Я бы справился. Хотя я очень слабый на самом деле в киберпанке. Надо прокачаться. Говорю, криперам заехать. На следующей серии мы это сделаем в начале игры. Наверное, так думаю, если я вспомню про это. Ну что, так и будем стоять? Ну что у нас тут? Бля, так и будем молчать, пацаны. Ну хотя бы не тут, расскажите про то, как
не знаю, помните, Джеки нам анекдот рассказывал про... Я, кстати, не помню, про что он рассказывал анекдот. Но я помню серию, в которой он рассказывал анекдот, так что я вам оставлю ее в подсказках. Ну что, доехали? Надеюсь... Хвост мы вроде сбросили. Ну, слева ничего нет. А можно перемотать это как-то? А то мы едем, едем, что-то и никуда не происходит. Я как бы вот такую картину наблюдаю каждый раз, когда в автобусе еду, поэтому что мне смотреть? Все молчают, все просто ждут, пока доедут. Пиздец там булик и буль. И самое-то главное, включилась она именно тогда, когда мы постел сработали. Что там быстро? А это типа нормальное явление для них-то, судя по всему? Пиздец. Буряга нахуй. Мне надо передохнуть. Давай, давай. Свет-то включите, пацаны, а то тут нихуя не видно. Следует за словом. В туалет, что ли? Как раз успели к ужину. Что-то не хочется. Я только что песка хлебнула. Да уж, это не очень круто. Можно сесть-то? Придется тут ночевать. Давай переночуем. Электричество бы пригодилось. Так его нет, к сожалению. И поищи выключатель. Я пока тут посмотрю. А, он есть все-таки? Пока пограбим. Хер ли он тут делает? Он должен быть при входе обычно. У всех обычных людей он приходит. У нас есть свет. Отлично. Надеюсь, газ и вода тоже. Ну, печка там работает. Черт, холодает, однако. Надо печку включить на электричество. Я пыталась включить обогреватель. Да, блядь, я застрял. Вот, нормально. Может, посмотришь? Вдруг у тебя... Опять я мастер на все руки, что ли? Бля. Хотя, знаешь что? Проверь лучше снаружи. Пробки лучше. Пиздец. Какие еще пробки? А почему я должен этим заниматься? В конце до концов, я человек, который спас Соло в грязную работу, что сделал я. Почему я должен эти пробки сам чекать? В конце до концов. Вообще не понимаю. Это вообще бред какой-то, пацаны. Пробки нахуй чекать надо какие-то. Вон, шлейф отошел, экранчик не работает. Вот и все. Но они там сидят, и все. Написано же не открывать, хер я открыл. Да, у них тут, смотрите, как система. Ну, это я примерно убегаю, когда в магазин за дошираком, короче, когда буря. У меня было такое, кстати. Чуть доширак не улетел в этот космос. Ты это видишь? Кого? Печку включили? Охуя, так это мое, это я сам сделал. Войны, но надеюсь, оно хотя бы не ядовитое. Нам сегодня прям везет. Очень. Везет? Я бы сказал по-другому. Нас ждет проповедь. Что такое проповедь? Что такое проповедь? Лучше присядь. Это может тянуться часами. А что такое проповедь? Не будет. Но поговорить нам надо. Насчет духов. Этого нельзя было допустить. Так ну а кто знал-то, что они тебя заберут-то, чувак? Наши маршруты, координаты лагерей, перевалочные пункты. Пришлось жертвовать, чтобы твою жизнь спасти. Хорошо, что они знают нашу ситуацию. Один-два набега и семьи не знают. Ладно, пускай говорит. Я не буду его перебивать. Если бы мы решили внезапно нагрянуть к ним в гости, не стало бы меня. Видишь, Сол сжимает зубы и морщит брови. Он так говорит, спасибо. Знаете, короче, хотя ладно, не буду рассказывать. Немного, как любая семья. Забудем об этом. Да, давай забудем. Что ж, согласна. Ладно, в прошлый раз кричал на нас, а сейчас вроде мужик-то нормальный, судя по всему. Но что-то нужно будет изменить. Нельзя все время лезть на передовую. Ну, начинается. Я тоже так думаю. Знаешь, что начинается? Большие проблемы. А может и большая война. А хуй знает, если честно. Нам не справиться в одиночку. И надо продать нас биотехнике. Ви, скажи ему, что это херовая идея. Меня вот и не втягивайте. Если хотите начать мордобой, давайте без меня. Я останусь в нейтральной позиции. Знаешь что, милый, у нас еще будет время, чтобы вцепиться друг другу в горло. Да уж, надеюсь. Да уж, это пиздец. Ну вот, а сейчас я бы с удовольствием стримил. Я бы на самом деле тоже. Сейчас уже ночь. Заткнись. Да, нормально. А вы знаете, как называют такие бури в Северной Африке? Ну-ка, интересно. Хабуб. Хабиб, может быть. Типа, пришел такой большой и всем надрал жопу. Наверное, так оно и есть. Это в России называют так, бури. Вау, что это было? Это за хабубы. За хабубы. Да. А это было моющее средство, да? За хабубы.
Ну да, по сути дела, он нам спас жизнь, в принципе. А Ви нормально, она что угодно выпьет. Забавно. Блять, поплыло нахуй все. Я редко сплю под крышей, но уже второй раз рядом со мной оказываешься ты. Что это значит, сейчас потрохушки будут? День, потом ну, ночь, снова день. Жопа прирастает к креслу. Не забываешь, что такое. И ночь. Как? Под крышей лучше? Нет, просто по-другому. А что они можно на улице спят, что ли? Это же холодно. Прикиньте, зима. А чек есть? Бухло есть? Не хватает только зануды на ресепшн. Во. Может, вы чего-нибудь желаете? Меня все устраивает. Да-да-да, я понял. Я понял, к чему они клонят. Мэм, без сапог вам было бы гораздо удобнее. О, я их весь день не снимала. Надеюсь, у тебя насморк. Блядь, да лучше не надо. После такого тяжелого дня предлагаю расслабиться и забыть про условности. И что ты имеешь в виду? Ну, блядь, нет, 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 сука. Пацаны, всем пока, короче, я... Блядь, ну, в принципе, я бы и поспал. Есть по... Ну, давайте попробуем. Мы же пытались изначально. Сама понимаешь, каких. Ви, слушай. Чё, нет? Мне и так хорошо. Не будем портить. Блять, надо было другой вариант использовать. Окей, останемся друзьями. Ладно. Значит, останемся друзьями? Так будет лучше. Она не хочет мучить, но как хочет. Спасибо, что приехала. Это много для меня значит. Блять, а я уж надеялся на секс-сцену. Которую вам не покажу, конечно. Ты слышишь? Кого? Нет. Вот. Ветер перестал быть. Я слышу, что он вроде не перестал. Не знаю, если честно. Но вот когда по равнинам начинает гулять чинук, я по ночам вообще... А что такое чинук вообще? Много каких-то разных терминов. Ладно, давай спи, короче, я понял. Жопу тут подставил свою. О! Джонни, все понял. Персоналом отеля «Свободная Калифорния». Желаю вам влить приятных сновидений. Да! Ну ёпте, ну Джонни, ну ты прям вообще в точку попал. Сука, я начинаю в этот, как он мне начинает уже нравиться из-за таких шуток. Знает, когда вставить вместо паузы слово «блядь». Это круто. Ну, пацаны, думаю, на этом можно заканчивать, поэтому подписывайтесь на наш канал, на мой канал. Ставьте лайки, конечно, комментируйте видеоролики. Рассказывайте своим друзьям про видео и про то, что происходит на этом канале. И тогда все будет cool. Прямо cool, прямо вообще круто. И заебись. Всем удачи и всем до скорого. Всем пока. Мы узнаем, что будет дальше. Сможет ли Ви покорить Панам? Даст ли она нам что-нибудь? Мы узнаем в next series. Поэтому оставайтесь с нами. Всем до скорого. Всем пока-пока. Всем привет, дорогие друзья. С вами Орала ТВ. И я хочу сказать по поводу конкурса. Так как наш канал довольно маленький еще, мы будем делать маленький конкурс в конце прохождения каждой игры. А именно, как я уже говорил ранее, в некоторых других видеороликах это будет 500 рублей после окончания любой игры. Так что для того, чтобы принять участие в конкурсе любой игры, а я напоминаю то, что вы можете принимать участие в разных играх и выиграть эти 500 рублей. Да, подгончик небольшой, но... Потому что наш канал только развивается. Потом конкурса будет больше. Для того, чтобы принять участие, вам нужно сделать репост в любую из социальных сетей, поставить лайк под любым видео и написать в комментариях «Я участвую». Ну и оставить там свои социальные сети, чтобы я смог с вами связаться после того, как конкурс закончится. Это все требования, поэтому если хотите принять участие, то выполните эти действия.